Всем привет, и я рад приветствовать вас на канале Випстер. Сегодня в этом дайджесте мы поговорим про животных и интересных историях с ними. Мы начинаем! Во время Второй мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море. Спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного «Непотопляемый Сэм», перевели на авианосец «Арк Ройл», который тоже затонул. После этого Сэма решили оставить на берегу. На фото рядовой Альберт Мар и бабуин Джеки, которого он подобрал детенышем и вырастил, 1918 год. Служили вместе в Южной Африке. В армии Джеки стал всеобщим любимцем, стоял с солдатами в карауле и благодаря звериному чутью замечал врагов раньше, чем сослуживцы, развлекал и раскуривал им трубки. Когда Мар был ранен в плечо, Джеки оставался с ним до прихода санитаров, зализывал раны. Позднее, в 18 году, был ранен сам Джеки, ему ампутировали его заднюю лапу. Бабуин был произведен в капралы, награжден медалью за службу Притории и носил форму с ветеранскими нашивками за 3 года службы и ранения. Слониха по имени Туффи выпрыгнула из монорельсового вагона. Это была рекламная поездка цирка Альтхоф. Ей покупалось сразу несколько билетов. Но в Вупперталле слонихе что-то не понравилось, и она выпрыгнула с 12-метровой высоты, упала в воду и не пострадала. Она прожила еще 40 лет. После того случая слониха и получила свое имя Туффи, что в переводе с итальянского значит «прыжки в воду».